Еще раз напомню, что совсем скоро начнутся соревнования по супермотокроссу. Напоминаю, они проходят на мотокроссовой трассе, которая находится не совсем здесь, не на территории проведения фестиваля, не возле фестивальной площадки, а именно чуть-чуть с другой стороны моста. Я думаю, все вы как-то ехали сюда в Экспарк, вы знаете, где мотокроссовая трасса находится, там трамплины, вот это такой характерный знак для тех, кто как бы не силен в этом виде спорта, кто не разбирается, в чем нюансы. Мотокросс — это вот там, где трамплины, там, где ребята уже разминались несколько там, минут, часов тому назад, но совсем скоро они начнут уже соревноваться. В 13:00 на кроссовой трассе пройдут, напомню вам, соревнования по супермотокроссу. Сейчас проходит Джимхана. Обязательно на сцене мы сегодня будем чествовать всех наших участников, всех наших победителей. Обязательно об этом вам чуть позже расскажем. Также в 14:15 на кроссовой трассе вас ждет FMX-шоу. То есть в ближайшее время, вот 13:00, соревнования по супермотокроссу и в 14:15 FMX-шоу. Это то, что будет не здесь, а на трассе по мотокроссу. Но приятный бонус для тех, кто не хочет уходить от фестивальной площадки, мы будем все это дело транслировать на больших экранах. Буквально через 15 минут это начнем делать. И также в 14:15 для тех, кто хочет быть поближе к водичке, возле воды пройдет показательное выступление на вейкборде от Дмитрия Масалова. Это чемпион мира по вейкбордингу, неоднократный чемпион Украины. Так вот, в 14:15 вы сможете увидеть, как можно не просто кататься в свое удовольствие, а как можно еще кататься профессионально и достигать высоких-высоких результатов. Итак, 14:15, показательное выступление по вейкбордингу от Дмитрия Масалова. И также Валерий Мирошниченко, ученик Дмитрия Масалова, победитель украинских соревнований, тоже покажет свои умения. Это все будет в 14:15.